Так, ребята, кто свистеть умеет? Ну-ка. Громко. Отлично. Так, давайте сейчас сделаете, как я. Отлично. Так, девчонки, а вам самое легкое слово из трех букв. Ква-ква-ква. Нет, те, кто свистеть не умеет, вот, пускай ква-ква. А кто не умеет свистеть вместе с девчонками? Ну-ка, давайте. Ква-ква-ква-ква. Нет, это не бодро. Давайте вот так. Ква-ква-ква-ква. А теперь совмещаем. Ква-ква-ква-ква. Еще раз. Ква-ква-ква-ква. Когда поднимаю правую руку, вы свистите. Когда левую, квакайте. Еще раз репетируем. Я тебя подачу. Отлично! Королеве камуфляжа посвящается! А Юдашкине ни слова! Кто не свистит и не квакает, тот китайский шпион! Не бойтесь лягушек, ребята, лягушек не хуже ничуть. Крота и сурок хвостатай, мышонка какого-нибудь. Ведь род ее славный и древний, извечен на шаре земном. А может быть, эта царевна наказана злым колдуном. И наказана злым колдуном. Наказана злым колдуном. Лягушка такая зверюшка, старательно служит добру. Сидит, распиваясь подружкой, и ловит всю ночь мушкуру. Она не куснет, не ужалит, и даже тебя не легнет. Поэтому мучить мне жаль их, они безобидный народ. Они безобидный народ. Они безобидный народ. Негоже, коль место игрушки пинает ее пацанье. Не трогайте мирной квакушки, защитников нет у нее. Хлопаем! Тремать под лягушечьи трели, ну просто на благодать. Хоп! И чтоб комары вас не съели, любите лягушечью рать. И... любите лягушечью рать. Любите лягушечью рать. Не бойтесь лягушек, ребята, лягушка не хуже ничуть. Крота и сорок хвостатой, мышонка какого-нибудь. Мышонка какого-нибудь. Лягушка не хуже ничуть. Спасибо!